Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй. И сегодня мы будем играть в зомби-цунами. Довольно интересная игра, коснитесь, чтобы перепрыгнуть машину. Понятно. В пластилиновом таком жанре. Нажмите и удерживайте для длинного прыжка. Зомби такие довольно прикольные. Поймай прохожих. Это вот этих, да? Такие челюсти у них. Я даже не уверен, что это зомби, а какие-то прям чудики. Так, посмотрите на счетчик. Бегите навстречу. Ага. Короче, нужно, сколько нарисовано на машинке, столько должно быть у меня зомбарей. Я получаю бонус какой-то. Ух ты! Замечательно. Теперь вы можете разрушать все подряд. Хе-хе-хе, такой монстр. Нифига, танк даже уничтожили. Ух ты, какие-то бомбы, что ли? Да, ребята, бомбы. Ой, иди сюда, голубчики мои. Опа-на, в кучку вас. Ой, самолеты, вертолеты. И машины всякие. Оу. Всех съем. Мне понравится. Довольно мило. Ух ты, какая у нас армия, ребят. А сейчас все абсолютно реально. Удачи. А, это у нас было обучение, что ли, да? Ага, все, понятно. Я думаю, ничего себе, так легенько все идет. Монетки мои, все мои, никому не отдам. Так, отлично. Перфект. Такой зомби, что-то нифига у него челюсть-то выдвигается. И теперь нас двое. Значит, чем больше мы следим людей, тем больше у нас будет отрядик. Ясно? Ну, игра, я так понимаю, раннер. Нам здесь придется бегать. О, здесь мы не справимся. Нужно 8 зомбиков, а у нас всего, как видите, 3. Сейчас уже 4. Бомбы тут всякие висят. Зомби что-то там разукрашивает. Эй, тихо-тихо-тихо. Лос-Анджелес, отлично. Что это такое? Ой, елки-палки, понятно. Все, теперь буду знать, что когда... Ух, вот это подстава, ребята, была только что. Иди сюда, моя родная. Танк нам не осилить, это однозначно. Так, ой, а где... фу ты, я думал, земли нету. Так, и мы получаем с вами очередной бонус. Ого! Ничего себе, ребята, крепыши. Они просто все сносят на своем пути. Съешьте 10 человек. Так, я съел уже. Опа, все мое. Наш отряд просто непобедим. Ребят, смотрите. Ой, бомбы. А как их можно было перепрыгнуть? Их тут такая куча. По-моему, это нереально было. Елки-палки, что за землетрясение тут такое? Ой, половина моих упала куда-то. Никуда. В пропасть. Это очень-очень плохо, ребята. Ну как же так, а? Да. Мне такое ощущение, что у нас, по-моему, усиливается скорость. Я уже... Оу, все, я проиграл. Ребят, ну ничего себе, на такой скорости. Еще надо быстро все это реагировать. Слушайте, но игра довольно хорошая, мне нравится. И самое интересное, что она сделана в такой специфической графике. Так, что, 22 мозга я получил? А что будет, когда я заполню полностью ту табличку? Такой веселый, я бы даже не сказал, что это зомби. Это какой-то, не знаю, чудик. С такими выдвигающимися челюстями. Так, и нас, как вы видите, опять двое. Иди сюда, девочка. Дай-ка я тебя съем. Так, мы здесь перепрыгиваем аккуратненько. А вдалеке там что зомби делают? Какую-то бочку хотят перевернуть. Так, иди сюда, бомбочку перепрыгиваем, это естественно. Так, машина, ай-яй-яй, можно было ее съесть, в принципе, нас даже больше, чем четверо. Так, монетки собираем, естественно. Монетки все мои. Так, у нас пляж тут начинается, по ходу дела. Оу, шикарно вышло. И какой-то получаем бонус, дракон. Оу, и что же он делает? Ию, поедаем все. И всех на своем пути. Танк-то осилим? Ай, нет, 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 ребята. Чуть было не проиграли. Кто там мне в окошко? Какой-то мужичок машет с кошкой. Такой прикол. Так, ладно, давайте запрыгнем сюда. Оу, елки-палки. Кто-то все-таки коснулся бомбочки и погиб. Ух ты. Слушайте, довольно интересный такой раннер. Если вам нравится, ставьте лайк, я буду в нее играть, и я думаю, что она вам понравится. Хотя, наверное, многим не понравится графика. Скажут, что за детская какая-то дебилинщина. Но на самом деле все очень даже хорошо.
Ничего лишнего здесь нету. Я правда не знаю, докуда мы должны добежать с вами. Ой, что же я так сглупил-то? Ай-яй-яй-яй-яй, всю свою армию почти растерял. Где здесь у нас будет конечная точка? Цунами? Ух ты! Вот это класс! Переверните две машины. Воу, все сношу на своем пути. Прикольно. Слушайте, а если она кончится над обрывом, я, наверное, могу упасть и погибнуть? Ай-яй-яй, вот накаркал сам себе, а. Ну как так? Ладно. Что у нас тут вообще есть? Дешевое вино. Наполняем. Так, пробирочка наша взрывается. Какая-то шапка разблокирована. Токсическая вода из крана. Хм. Ладно. Так, а что такое магазин? Добро пожаловать в магазин. Здесь вы можете купить бустеры, обновленные версии или пропустить тяжелые задачи. Нью. Персонализируйте своих зомби с помощью шляп. Они вам понадобятся для выполнения некоторых задач. Хм. Снимая блокировку с новых версий для большей эффективности и успешного выполнения задачи. Обязательно попробуйте новую версию Гигант Z+. С помощью монет и бриллиантов вы можете купить все, что пожелаете. Удвоитель монет – наилучшая долгосрочная инвестиция. Хе, смотрите-ка. Ковбойская шляпа. Ну-ка, пришпорь. Юху! Хорошо. А это что такое интересно? 15, 10, 5... И я на 22 месте. Это игроки, что ли? Ух ты, какой я классненький, а! Теперь я в ковбойской шляпе, ребята. Я просто мачо какой-то. Так, это нам не потянуть. Я здесь пока еще один. Иди сюда, браток. Ты мне нужен для пополнения моей армии, так что извини. Так, отлично. Нас уже трое. Так, прыгаем аккуратненько здесь. Не падаем. Эх, монетки не все, конечно, забрал. Перфект хотел, не получилось. Иди сюда, бабуля летающая. Думает, ее спасет этот парашют. Не тут-то было. Да-да-да, и ты тоже ко мне иди. Так, что-то едет. Машина. Так, монетки все собираем. Такие забавные зомбики. Что-то... Перфект. Что-то идут там, кряхтят. Так, причем они все практически разные, да? Так, отлично. Ух ты, земля поднимается. Так, слушайте, вот и здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, не смог я перевернуть. А это что такое? Уфо, летающая тарелка. Ой, ребята, что она делает? Если кто знает, напишите, пожалуйста. Что делает эта летающая тарелка? Не могу понять. Летает просто со мной рядом и все. Ай-яй-яй-яй-яй, как же так, а? Да, с виду простенькая, а на самом деле ничего тут простого нету. Я, по-моему, опять ускорился, если не ошибаюсь. Довольно все как-то быстро пошло. У меня же, ребят, в глазах все замельтешило. Ой, не успел. Ну и понятно, где... Как так-то? Такой был отряд, и все, практически ничего от него не осталось. Ух, ну здесь же... Нет, можно перепрыгнуть. Тихо, машины. Машины, елки-палки, одна за одной, ну... Все в ковбойских шляпах. Ну как все? Двое. Так, блин, машину-то можно было и съесть, по идее. Ау, долетел. Нет, не потянули. Ёлки-палки, что такое? Опять дракон? Я один остался всего лишь? Так, надо срочно пополнять себе армию. Значит, у нас, ребята, людишки, точнее, зомбишки, которые со мной ходят, это типа наших жизней. Когда их много, у нас много хп. Когда их мало, ну, сами понимаете... Мало хп. Так, и того настрой сейчас. Ах, как так? Ну это было хитро. Ну согласитесь, ребят, да? Земля прямо из-под ног ушла, и я растерялся. И погиб. Ну, что тут можно взять? Что же, скоро, я думаю, мы пополним все здесь мозгами. Так, поехали далее. Интересно, а можно тут что-то улучшать или покупать? Ну, кроме, конечно, аксессуаров. Так, монетки. Слушайте, и музыка довольно прикольная здесь. Такая, не напряжная. Так, нас уже двое. Что ты там ля-ля-лякаешь в машине? Иди сюда, красавчик. Опа, съели. Шикарно. Так.
Монетки, естественно, забираем все монетки. Это наши аксессуарчики. Будущий бабуль, иди сюда. Опа, съели. А там что такие зомбари вдалеке делают? Кого-то атакуют. А, чувак кричит в окне. Правильно боится, зомби так ему ломится. Перфект, шикарно. А здесь можно перфект? Великолепно просто. Давайте эту машину перевернем и съедим. Иди сюда. Где бонусы? Я хочу срочно бонусы, ребята. Оп, как раз и бонус. Опять это летающая тарелка. Что она делает-то? Не могу понять. Просто так летает над луной. А мне кажется, что она то ли ворует у меня моих зомбиков, то ли еще что-то в этом роде. Смотрите, она что-то их поджаривает, по-моему. Оу. Так, иди сюда, парашютист. Да, хотелось бы, конечно, танк перевернуть, но нас было мало. Перепрыгиваем здесь. А вот автобус как раз можно было бы. Ну, тут очень все это быстро как бы происходит действие. Поэтому вначале делаешь, потом уже думаешь, что же я все-таки сделал. О, нет, ну вот как так, а? Ёлки ты палки, проиграл. Ну, что же, ребята, вот как-то так, такая вот игра. Надо будет в нее еще, конечно, поиграть. Если вы хотите не видеть прохождение, пишите в комментариях, ставьте лайки, и я буду в нее играть. Ну, а на этом, пожалуй, я пока буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующих новых видосиках. А на этом все. Всем пока. До встречи.